8 часов 22 минуты на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании на территории промышленного предприятия ООО «Разряд». По прибытии первого пожарного подразделения подтвердилось загорание в цехе размером 10 на 16 по полной площади с частичным обрушением здания. В здании находились люди, порядка 17 человек пострадало. В данный момент, в 9.31 была ликвидация открытого горения. Сейчас работает на месте 170 человек личсостава и 51 единица техники. Предварительной причиной явилось нарушение технологического процесса.